Сегодня 9 октября, мы снимаем клип замечательному певцу Арэ. Это его первый клип. И я Мгер, а это Мария, это его сестра. Я помогаю ему сегодня все, чтобы у него было хорошо, у него будет все классно. Да, все будет супер вообще. Ну что ж, это наш любимый дизайнер. Сейчас он занимается съемками, ну как бы он гримирует одну из наших замечательных топ-моделей. Перекрестилась, когда играть. Лучше сниматься уже. Сейчас ребята готовятся к съемкам. Доделаются последние декорации. Ты видишь, что это белый зал, да? А это черный зал. Почему дырки делают? Скоро мы узнаем эффект этих дырок. Пойдем дальше. Это тот знаменитый диван. Больше все должно быть интересно. Ну что ж, пожалуй, поступили к самому одному из важнейших моментов – установка света. Это один парень и две девушки, которые, соответственно, пытаетесь как-то привлечь его внимание, а ты пытаешься смотреть на пару, которая будет сидеть с двумя афроамериканцами, на девушку, которая сидит вместе с ними. Договорились? Ты пойми, ты здесь просто миллиардер. Ты начинаешь строить глазки нашему богатому мальчику, который сидит с двумя девушками. Очень хорошо. Но в один из моментов ты обращаешь внимание, что он посмотрел на другую женщину. Ты делаешь что? Ты его берешь за лицо, к себе поворачиваешь вот так вот, да? И как бы понимаешь, что тебе вот как бы вот это не нравится. Ты его отталкиваешь, ты тоже протягиваешь ей бокал, да, как бы там типа. Ну, мол, киса за тебя. А что, коньяк, бизнес? Девочки, это не кушаем, это реквизит. Совсем не кушаем? Нет, 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 можно по одной штуке во время съемок. Предположим, ну, неважно где, и пришли потусить. Вот этот вот нужно будет сделать, как будто вот то же самое, да, вот. Нет, хорошо, можно это, можно, вот, супер. Можно, Ира, можно сперва одно плечо, а потом, ну, мне не понравилось. Угу. Mm-hmm.
Тут нам надо будет смещаться. Это вы работаете вдвоем, у вас пара. Точнее. И не нужно как пионеры становиться по росту. Еще. Еще. Третий ряд. Встаньте. Третий ряд. Остановитесь в третий ряд. Очень хорошо. Вперед. Джеймс, за ней. Хорошо. Левее, да. Смотрим по состоянию дивана. Поехали. Танцуем классные, стильные, самые лучшие. Музыку дай погромче. Ну что, Андрюш, готовы? Рубик, нормально все? Немножко секси, добавьте каждый внутри секси. Не с собой, друг с другом. Камеры, да? Лица все сюда, к нам, но не смотрим.
хочу вам сказать. Даже у Мадонны так не танцуют. Куклы, ага, ага. Куклы, держимся, куклы, куклы. Молодцы. Раз, два, хо, ха, эй, ха. Куклы, ага, четко. Слушайте, вы крутые, я танцую. Окей, спасибо, молодцы. Все. В чем задача? Вы также начинаете танцевать. Вы не реагируете на друг друга. Вы просто каждый сам собой. Он проходит мимо вас, только осторожно его не... Да, там... Чтобы не было этого Робинзона. Но таким ухом, да? Пожалуйста, Жень, как только он проходит, ты его закрываешь и начинаешь то же самое делать, как и делал. Да? Вы все начинаете танцевать. Мы сейчас будем пробовать, как это будет смотреться. Да, танцуют все, как обычно все танцуют на дискотеке. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, вверх, вверх, вверх. Поем. Стой. А еще, еще. Мы закончили съемки клипа «Рэ». На этом всем спасибо. Пока.